40-й день, важный день. Сегодня... Сегодня за него целый день молиться нужно. Как маму. Сделали вторую операцию. Состояние стабильно тяжелое. Она спортсменка. Она сильная, ты у нее есть. Вдвоем все-таки полегче. Все будет хорошо, не волнуйся. Если тебе что-то надо, говори, не стесняйся, договорились. Хорошо, спасибо. Сейчас. Так, вот они. Вот, возьми. Возьми. Возьми, это Сашины. Эти деньги дал мне твой отец. Возьми, здесь 2000. И я ничего себе не взяла. Возьми, возьми. Пожалуйста. И они тебе нужнее. Нет, они нужнее тебе. Слушайте, отец дал их вам. Это было его решение. Это было его последнее решение. Я не возьму эти деньги. Правда, спасибо большое. Солнечная сторона, соседка у тебя, очень симпатичная. Мне все равно. Ты очень хорошо выглядишь. Врач меня обнадежил. Самые благоприятные прогнозы. Он лжет. Нет, мам. Он говорит правду. Ты встанешь на ноги. Зачем? Ты будешь ходить. Куда? Саша, нет, некуда мне ходить. Присаживайтесь. У нее депрессия. Так это нормально, что у нее депрессия. Это закономерно, во-первых. А во-вторых, если у вашей мамы депрессия, то у вас должно быть все отлично. И она должна это видеть, иначе вы обе не выкормитесь. Да я понимаю. Я стараюсь. Возьмите. Ой, Аркадий Юрьевич, спасибо вам за палату. Это вы благодарите зав. Отделением, вернее, вы его уже отблагодарили. И вот медсестрам. Нет, а вот медсестрам отдайте сами. Танечка, я вам говорил уже, вашей маме нужна Минагон. Понимаете, если мы сейчас не начнем курс лечения, то все. Наступят необратимые последствия, и тогда восстановление пойдет гораздо тяжелее. Но если честно, Аминагон – это наш единственный шанс. Я достану. И как можно скорее. Алло, Ксения Васильевна, а вы не могли бы зайти ко мне на минутку? Спасибо. Танюша, ты чего? Девочка моя, что случилось? Папой пахнет. Его одеколоном. Ксения Васильевна, помогите мне, мне опять нужны деньги. Да ты что? Они что, охренели, айболиты твои? Шут их задери, а? Это в СССР, в стране бесплатной медицины. Так, ты не волнуйся, мы сейчас все устроим. Чай не чужие люди, соседи. Так. Телевизор, так. Вижу. Видеомагнитофон я вам доставала. БУ, но фирма настоящая. Так. А это, ты говорила, из дома Геббельса мебеля? Геринга, это легенда. А мы скажем, что были. А вот эта вещь. Это позолота? Ну что? Я думаю, что вот за это все можно будет выручить
800 рублей. 800 рублей – это прекрасно. Нет, это в лучшем случае 800. Но покупателя будет трудно найти. 500. И вот это будет прекрасно. Танюх, не боись. Прорвемся. Ну, давай, 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 давай. Польские духи. Бич може. Бич може. Да. Польская тушь, полена. Тоже мне удивило. Польская. Ну, не французская же, а? Ну, ладно, ладно. Ляльки вам отдам. Польска – это качество. Не то, что у вас там, фу, там на кисочка. О, как это, обмылок? Давай, 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 давай. Смотри, тушь ленинградская. Не, ну поди ж плохо. Ну что ты смеешься? Я же говорил. Ну смотри. Ну. Кстати, как насчет тех денег, которые ты мне должна? Крахобор. Ну все свои долги помнишь, да? Сейчас. Так, я тебе сейчас половину могу отдать, остальное позже. Хорошо. Хотя ты знаешь, у меня есть вариант. Какой? Ты помнишь девочку, соседку мою в театре? Ну, ты слюни тогда пускал. Ты хотел, чтобы я вас поближе познакомила. Да я и сейчас хочу. Вот. Там изменились обстоятельства резко в этом семействе. Может быть, что и получится. Свет, привет. Привет. А, слушай, ты говорила, что если джинсы вдруг по размеру не подойдут, то твоя мама могла бы их взять. Ну да, что? Мне бы их продать. Сейчас просто деньги очень нужны. А твоя мама вроде в доме модели на Кузнецком работает. Ну да. Ой, Свет, я тебе сейчас перезвоню. Ты пока с мамой посоветуйся. Хорошо. Ну как ты? У мамы была. Ага. А у меня случайно в гостях Карл оказался. Карл, Карл! Ну, я вас знакомлю. Ну, помнишь? Добрый вечер, Татьяна. Это здравствуйте, вам. Спасибо. Ну, помните, в буфете, в театре. А, да, да. Ну, проходите, пожалуйста. Спасибо. Я все ему рассказала. Он все знает про твои беды. Все, 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 все. Садитесь. Вот, присаживайтесь. Спасибо. Я очень-очень сочувствую. Вы знаете, у меня тоже очень рано умерла мама и папа. Это Прага. Война, оккупация, немцы. Угу. Понимаете, это очень больно, да? Больно. Да, я понимаю. Ей-богу, Данюш, на кого ты стала похожа, а? Носишься, как угорелая, дом, университет, больница. Слушай, ты же не ешь ничего. Нет, ты посмотри на нее. Она же худая. Одни глаза остались. Да. Да. А где наши продукты? Что? Где наши продукты? О, да. Это Карл для тебя. Продукты, вино. Тебе нужно расслабиться. Для матери тебе силы нужны, понимаешь? Беречь, беречь. Нужно заботиться о маме. А чтобы заботиться о маме, нужно заботиться о себе. Угу. Да? Угу. Ой, простите. Алло. Танюша, Свет. Да, Свет. Ну, я поговорила с мамой, она, конечно, поможет тебе. Она как раз сейчас на работе, на Кузнецком. Будет тебя ждать. На вахте скажешь, чтобы пошивочной к Васильевой. Поняла? Поняла. Спасибо, Свет. Ты настоящий друг. Ну, пока. Вы знаете, простите, вы тут ужинаете без меня. Мне нужно в дом модели на Кузнецкий. Вы будете самой лучшей моделью всех девушек. Это что-то новенькое.
Тебя в манекенщицу вербует, а? Карл тебя отвезет. У него личный шофер в Москве, да? Мы свистнем, он мигом приедет, да? Да нет, ну что вы, я на метро, спасибо большое. Какое метро? Ну какое метро? 20:00, а? Ты пока с пересадками доберешься, твой модельный дом, он на амбарный замок закроется, понимаешь? Ну, ну, опа, опа. Спасибо, я потом… Отдашь? Отдашь. Спасибо. Да не за что. Она вернется? Никуда она от нас не денется. Продукты собирай и ко мне. Хорошо. Простите, пожалуйста, а вы не подскажете, как в пошивочный цех пройти? А вы кто? Я к закройщице Васильевой, по делу. Второй этаж по коридору и налево. Ой, простите, направо. А, хорошо, спасибо. Вчера ты помнишь эту историю? Подваливает ко мне блондинка, глазами хлопает, манекенщица хочет. Я этой девчонке говорю, все у тебя будет, и показы, и топ-модели, приходи завтра, решим этот вопрос. Еще придет. Еще подружку привезти обещала. Да, говорил же. Извините, не подскажете, где пошивочный цех? О, ну, наконец-то. А мы с Семеном Михайловичем вас тут ждем, ждем, уж скучать начали. А я тебя вчера не видел, новенькая. Извините, я, кажется, перепутала. Машенька опаздывает, видимо. Ну, а где вторая-то? Ща будет. Простите, вы, наверное, ошиблись, я в пошивочной. Хорошо, хорошо, хорошо. Проходим, садимся. Так, коньячок-с. Ой, ой, какая-то хорошенькая. Зайка, аппетитненькая. Куда ты пошла, а? Что такое? Танечка, Танечка, ну посмотри на меня. Девочка, ну что же ты плачешь, бедная ты моя, Господи. Вставай, пойдем, пойдем ко мне. Заходи, заходи, девонька моя. Карл, что ты стоишь столбом? Ухаживай за девушкой. Танюш, проходи, проходи, проходи. Татьяна, садитесь. Так, наливай, выпей, успокойся, а я на кухню. На секундочку. А с тобой пока Карл побудет, да? Угу. Я только курочку проверю. Пожалуйста. Я не хочу, чтобы вы плакали. Я хочу, чтобы вы смеялись. Не от отчаяния, а от счастья. Закончилось счастье. В один день закончилось. Грех-то говорить. Вы... так молода, так красиво. Мы еще встретимся. Я уже пойду. До встречи. А где Карл? Ты что, его прогнала? Так, детка, послушай сюда. Тебе лекарства дефицитные нужны? Нужны. И очень срочно.
А где ты их возьмешь? Карл, это решение всех твоих проблем. Милая моя, ты даже не представляешь, какое счастье тебе привалило. Он же богат. У меня девки в лавке, знаешь, как по нему сохнут? Он же обходительный, с манерами. Да, женат? Женат — это минус. Ну и что? Ты не замуж за него собралась? Тебе деньги нужны на лекарства, понимаешь? А вот это деньги. Нет, это невозможно. Да это единственный способ достать твоей матери этот аминокон. В аптеках его нет. А тебе нужно срочно. Ты подумала о ней? А может быть, ты ее пожалеешь? Ведь счет идет не на месяцы, а на дни. Нет. Я работать пойду. Куда? Куда работать? Подъезды мы? Да. За 40 рублей? Да. А ты помнишь, сколько курс аминокона стоит? 500 рублей! Танечка, здравствуй. Как мама? Спасибо, ничего. Простите, скажите, а у вас нет свободной вакансии? Я могу быть и фасовщицей, и хлеб разгружать. Правда, только ночью и вечером, днем у меня университет. А мебель ваша? Я сама видела на той неделе. Выносили, грузили. Что, уже денег нет? Значит так, трудовой книжки у тебя нет. Возьму тебя без оформления. Будешь работать в третью смену. Поставлю тебя на фасовку и на пересортицу. Справишься, не побрезгуешь? Да нет, ну что вы? Смотри, у меня. Так, еще. Подарок маме. Такие даже вы, профессура, не пробовали. Я заплачу. Я говорю, подарок. Это настоящие микояновские. Да, я знаю. Папа приносил в праздничных заказах. Нет. Такие даже батя твой не едал. Это спеццех. На Кремль работают. На Леню. Угу. В общем, приходи завтра, покажу тебе фронт работ. Хорошо, спасибо. А что ж ты про деньги-то ничего не спросила? Да я любым буду рада. Ну, в общем, дам тебе 70 рублей. Самое большее. Хорошо, спасибо. О, ну и вонище. Опять перчатки порвались. Лёд, дай другие перчатки, а то рассол очень жжётся. Да нет, других. Тань, а ты вслух читай, а то нам скучно. Только нам про любовь что-нибудь. Да правда, валяй вслух. Тут только про любовь к Коммунистической партии Советского Союза. И к дорогому товарищу лично читать. Да, не надо. Бананы к Олимпиаде выпустили. Чтобы иностранцы видели, мы тут тоже как люди живем. Они же страшные, зеленые. На них смотреть невозможно. Ничего, люди берут. Простите, пожалуйста, я опоздала. Я совсем забыла, что по субботам к 8:30. Угу, садись. Угу.
Таня, у тебя недостача. Что? Ты всего ничего у нас в магазине работаешь, а недостача, мама, не горюй. Так а как же недостача? Я же фасовщица, я же не продавец, не кассир. Ну вот смотри. Вот смотри, твоя смена. Опять твоя смена. Контейнер с апельсинами. Бананы. Ты фасовала. Недостача на 80 рублей 30 копеек. На 80 рублей? Господи, вы что думаете, что я их украла? Нет. Я даже догадываюсь, кто украл. Ну так а что тогда? А ничего не докажешь. Таня, ты магазину 80 ре должна, еще зарплату не успела получить. Ну скажи, нужна тебе такая пахота, Тань? Недостачу я твою покрыла. Спасибо, Ксения Васильевна. Я вам обязательно отдам. Да потом, потом отдашь. А магазин? Меня не выгнали? Тань, ну ей-богу, ну какой магазин? Тебя что, эта история ничему не учит? Ты что, хочешь сутками? Ночами над этими гнилыми огурцами впахивать за руб 20. А с тебя, между прочим, каждый месяц будут по стольнику снимать за недостачу. Посмотри на себя. Круги под глазами. Ты тощая, бледная. Нет, если ты хочешь, то впахивай дальше. А хочешь, я тебя устрою по моим стопам? И заверовщицы третьего разряда. Это я. Я 20 лет назад, когда в Москву приехала, 3 года лимитчицей отпахала. Хочешь на 30-градусном морозе стекловатые трубы обматывать? Хочешь? Нет, ты послушай, послушай. Это я там себе все хронические болячки заработала. И астму, и артрит. А давай посчитаем траты на ближайшее время. Аминокон. 2 курса как минимум. Я в аптеке узнавала, его невозможно достать. Если только у знакомых, у меня нет таких знакомых. Аминокон, 1 курс, 500 рублей. Следовательно, 2 курса, 1000 рублей. Где я возьму такие деньги? А у меня осталось 370 рублей из тех 500, которые мы выручили за мебель. Угу. Мать вернется из больницы, сиделка нужна? Да, я узнавала. 100 рублей в месяц. Угу. 100 рублей в месяц. Так, инвалидная коляска. Да, это я тоже узнавала. ГДРовская 750. Плюс 750 рублей. Итого 1850 ре. Ну и что? Ты что, хочешь такие деньжищи на тухлых огурцах заработать, да? А Карл, он состоятельный, интеллигентный, влюбленный в тебя по уши, а? Я буду работать. Я буду брать работу на дом. Я хорошо стучу на машинке. У папы есть оптима, и на диссертациях и на экзаменах можно неплохие деньги заработать. Ты дура. Ты дура, ты понимаешь? А Карл, между прочим, ради тебя на все согласен. Между прочим, пообещал аминокон достать. У него в Праге в аптечных сетях есть связь. А ты его бортанула. А он не обиделся. Сам меня про аминокон расспрашивал. Да, господи, какой мужик! Какой мужик, сказка! Ну где? Где ты такого еще найдешь? Сначала мне нужно найти аминокон. И что? Ты согласишься? Вообще, знаете, как это называется? Знаю. Это роман с обеспеченным иностранцем. Это обдуманный и дальновидный шаг. Танюша, я ж тебя не по рукам пускаю. Только Карл и все, никакой грязи. Это ж любовь. Хотя и без взаимности. Спокойной ночи. Да. Таня, вы должны срочно приехать, у нас серьезные проблемы. Да, хорошо, конечно. Здравствуйте, Аркадий Юрьевич. Здравствуйте, садитесь. Так вот,
Сегодня ваша мама попыталась подкупить дежурную медсестру. Зачем? Я не понимаю. А зачем вы ей так много денег оставляете? Ну как? А вдруг ей что-нибудь понадобится? Магазин, аптека рядом. Она может попросить кого-нибудь купить ей нянечку, медсестру. Угу. Вот она и попросила купить ей смертельную дозу снотворного. Это хорошо, у нас медсестры сознательные. Грех на уши не возьмут. Они доложили мне. А я обязан доложить завотделением или начмеду. Нет, пожалуйста, я вас очень прошу, не делайте этого. Больные, склонные к суициду, лечатся не у нас, а в... Кащенко, да, я знаю. Аркадий Юрьевич, пожалуйста, я вас очень прошу, вот вы поговорите, пожалуйста, ну, я не знаю, с завотделением, с начмедом, хорошо? Но это же была просто минутная слабость. Она очень, очень сильная женщина. Ну, хорошо. Сегодня поздно. У мамы было. Угу. А у меня для тебя хорошая новость. Карл достал тебе аминокон и сам его оплатил. Ну, ты сказала, надо срочно. Он за день управился. Аминокон у него гостиница. Эх, золотой мужик. Где мои 17 лет? Эх, отбила бы его у тебя. Ну, ей-богу, Танюх. А? Я заработаю, все отдам. А ему денег не нужно. Подарок. Ты его поблагодари, ведь доброе слово и кошке приятно. Когда поблагодарить? Сегодня? Сегодня. А он машину подогнал. Яша! Ну что стоим? Дуй наверх, наводи марафет, только быстро, быстро, быстро. Яш, ну 10 минут. Сейчас она вернется, все. Опа. Разве мог знать, что я для тебя первый опыт? Это что-нибудь изменило бы? Конечно, Татьяна. Прощай меня. Прощай.
Я бы мог жениться на тебе, но, понимаешь, у меня жена, двое сына, они еще малые. Жениться? Да. А кто вам сказал, что я этого хочу? Боялся, что вы не достанете, а? Отлично, отлично. Вот, прямо сегодня и начнем. О, Таня, вам надо отдыхать. Идите-ка домой и ложитесь спать. Не могу. Все время думаю, что с мамой как помочь. Таня, если вы себя загоните, маме это не поможет. Вам нужно выбросить все из головы, отдохнуть. Вы уже на пределе. А давайте коньячку, а? Хорошее народное средство для снятия напряжения, а? Давайте. У меня есть отличный коньяк, отличный. Подарок от благодарных родственников, да? Давайте. Так. Прошу вас. Ну, за маму. Отец, попей чаю. Не-не-не, мам, я чай пить не буду. Все, понес. Допей чай и дожуй. Так, и немножечко женьшеня для тонуса. А-а-а. У тебя через час зачет по зарубежной литературе. Я готов абсолютно. Выпей. Молодец. Мне нужно для Тани еще деньги собрать. Отец. Все. Сынок, сынок. Вернись, сядь, пожалуйста. Мы с матерью хотим сказать тебе. Притормози. Почему? Ну, тебя могут неправильно понять. Кто? Отец. Кирюш, мы с папой считаем, что любые внеучебные отношения с Татьяной надо прекратить. С какой-то стати? Ладно, мать, у него через час зачет. Давай сдаст зачет, потом вечером поговорим. Нет. Ну договаривайтесь, если иначе. Господи, боже мой. Ну как же ты это не понимаешь? Так как же тебе это объяснить? Танин отец перед гибелью, к сожалению, много дров наломал. И репутацию безнадежно испортил. Безнадежно. Его нет. Он погиб. Какая репутация, его нет на свете? А репутация осталась. Осталась дочь. Неужели ты хочешь, чтобы это отразилось на тебе? На нас. Мы не бросим Таню, мы будем ей помогать. И ей, и Ларисе. Только это надо делать
Тихо. Понятно. Осторожно. Отец, скажи. Сынок, у каждого времени есть свои правила, и не нам их менять. Плетью обуха не перешибешь. Что? Ну что? Кирюша! Отец прав. Голубева. Голубева. Идите. Садитесь. Так. Генри Уотсфорд Лонгфелло, песня «Гай Вайти». Прошу. Я не готова. Бери другой билет. Бери другой билет. Проспер Мариме, хроники царствования Карла IX. Угу. Пожалуйста, прошу. Ставьте мне не зачет. Вот это тебе авансом. Спасибо. Я знала твоего отца. Я его очень уважала. Он очень был смелый человек. Я понимаю, что тебе сейчас не до Карла IX. Таня, милая, не пей. От тебя, извини, спиртным пахнет. Если кто-нибудь донесет в деканат, тебя же отчислят. Свободно. Спасибо. Следующий. Паршин. Прошу. Подожди меня в коридоре. Иду. Так, а что у вас? Шекспир, билет номер 9, биография и творчество. Так. Прошу. Привет. Надо поговорить. Как мама? Ты у нее была? Я тебя слушаю. Нам, наверное, больше не нужно встречаться. Ну, многое же изменилось. Так бывает. Я не понимаю. Ну, у нас со Светкой, ты понимаешь? Ну, так бывает. Ну да, нам, пожалуй, действительно нужно расстаться. Ты обиделась? Мне все равно. Слушай, если тебе что-то понадобится, я всегда буду рядом. Угу. Ага. Кирилл. Че? Да, нет, нет. Ты что, пила, что ли? На 4 минуты. Слушай внимательно. По нашим данным, наш знакомый Гюнтер будет в Москве уже на следующей неделе. На этот раз он приезжает на месяц. Нам нужен свой человек рядом с ним. Очень важно отслеживать все его связи и передвижения. Я понимаю, но его контакты с девочками очень проблематичны. Ну, на всякий случай готовь еще кого-нибудь. У тебя есть кандидатуры? Да так. Мелькнула одна девчушка.
Я пока присматриваюсь, лет 19-20. Отличный потенциал. Справки навела. Из профессорской семьи, интеллигентно, красиво. Знает два языка. Кстати, почти в совершенстве знает немецкий. А как зовут? Голубева. Татьяна Голубева. Значит, судьба. Искали закройщицу. Васильеву. Да, я помню. Вы знаете, у меня к вам есть предложение. Очень заманчивое. Смелее, смелее, смелее давайте. Почему опасно? Извините, вот, я вас молодцы. Простите, простите. Что такое? Бог знает. Что опаздывается? Меня спрашивают, что? Вы не ребенок. Это тот самый великий Слава Вулков. Голову вверх, спина прямая. Пошли. Вот это весело. Ну хорошо, хорошо. Стоп, стоп, стоп. Давайте 15 минут перерыв, и потом с самого начала все пройдем. Ну, когда все соберемся. Славочка, дорогой мой. Ой, Региночка, здравствуй. Региночка. Солнце мое, радость моя, дорогая моя. Кого я к тебе привела? Прошу любить и жаловать. Татьяна Голубева, студентка МГУ. Ага. Здравствуйте. Слава. А отчество? Надо сбросить 3 килограмма. Похудеть сможешь? Да, да, конечно. Я и так сейчас ничего не ем, как-то некогда, не хочется. Ну, пройтись ты сможешь? Умеешь? А... Давай, 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 попробуй. Быстрее. Музычку можно? Извините, пожалуйста, можно я обувь сниму? Давай. Стоп! Ну что, неплохо, неплохо, неплохо. Будем учить? Готово? Ну, я буду стараться. Я уверен, что получится. Ладно, все, перерыв закончен. Давайте, у нас сейчас рабочий показ. Давай, садись, смотри и учись. Молодец. Ой, молодец, молодец. Спасибо вам огромное, я вам бесконечно благодарна. Да ладно, потом как-нибудь рассчитаемся, да? Ой, у тебя хорошее будущее. При правильной подаче цены тебе не будет. Так, пошла вперед. Ой, пойду. Пора. Привет, София. Привет. Смелее, смелее, смелее давайте. Вот, молодцы. Привет, крошка. Здрасте. Не обязательно. Я вас узнала. Ну, прям так и узнала. Пошла, да. Третья группа. Я же в 8-м классе. Я знаю, знаю, знаю. Вырвала мою фотографию из журнала и повесила на стенку. Хорошо. Нет, я подстригла волосы, так же, как и у вас. Сейчас ножками, ножками. Но я, правда, потом месяц ходила в платке в школу. А ты смешная. Тебе сколько лет? 21. А мне 18. Ну, в смысле, мне всегда 18. Софи? Таня. Очень приятно. Очень приятно. Давай на ты. Хорошо. Так.
Жвачку хочешь? А? Жвачку хочешь? Японская. Спасибо. А ты на ее место, ага. Вот, нет, поменяйтесь. У вас очень вкусно духи пахнут. Ну, мы же договорились. На ты. Да. А насчет духов? Духи. Держи. Где-то так. Пробник. Да. Запасный. Давайте. Между прочим, раз. Дальше или сначала? Вообще. Давай сначала пойдем. Пошли. Да пошли. Не за что. Ты знаешь что, Танюшка? Ты держись меня, ладно? И не пропадешь. Договорились? Да. Гораздо лучше, конечно. Давайте, давайте, дышите, дышите, дальше, дальше.